Типа того. Блять. А! Блять, я спрятаться не успел. Аптечку, если больше. Нету пока, подожди. Сейчас как будет, скину. Все, я труп. Алёшка. Угу. Там снайпер остался. Да фиг с ним. Что они там творят? Они же на свои эти, слышишь? Которые на движение реагируют. Они на них же. Ой, дебилы. Так, а нам тип назад показано. Вот сюда. Нет. А чё здесь? Вон, вон они еще дальше, я хуже вижу. Серьезно, рядом враг? Блять! И как они меня поймали? Ладно. Сейчас подниму. Ты полностью? Я умер? На шпалах лежу. Да. Понятно. Меня намили. Так. Ну, у тебя трое, по сути. Мне их больше. Слева еще снайпер. Справа тоже. Справа-то я знаю. Справа меня не особо интересует. Бежит к тебе прям. Я знаю. Да вот он рядом с тобой, справа. Я знаю, я ставил аптечку, не переживай, Лёш. Граната. Спокойней. Вот хер за тебя, как-то того. Надо. Я уже сделал все, что мог, не переживай. Да я вижу, пап, подожди. Уф, настало.
Леха лежит там, под, блин. Леха так еще офигенно лежит, ладно. Что они высовываться не хотят? Это последний. Да, да, не виза. Меня не упадет. Да ладно, чё-то. Действительно. Так, ну это не конец, как я понимаю. О, патроны. Это что за взрывы? Так, находка какая-то. Я-то думаю насчет этих тоннелей. Пятый уровень. Много дурацких баек ходит, но кое-что из этого правда. Крыса тут. Подземный тайник еще получил. Честное слово. Туман войны будет открыть. Ну же каждый уровень открываешь. В принципе, мешает на поверхность вылезти. Ну сейчас я, скорее всего, докачаю тоже. На чем они так отожрали? Ты тащил. Все раунды я, а уровень качается без стрелки, а что-то не вообще не смею делать. Да. Чуть-чуть туплю. Да, нам... А, нам через огонь. Отойди. Отойди. Помогу? Ну да. Огнетушитель-то потушил в одном месте. Забавно звучит фраза. Вон они, слышь, Лёш. Сразу на входе прямо. Я понял, я обхожу. Понятно, обошел, блядь. Нихера я не обошел, как-то снайпера и не заметил. Вот он, да, не тут. Паузу, как идиот. Так, ладно. А, все, что ты? Нормально все. Так, какая сука меня здесь? Чё, вот чё, давай высовывай свой ебальник. Гопники, блядь, чё такое, блядь? Выстрел есть, всё, нет? Готов, снайпер этот ёбнутый. Чё он там сломает? Игрушку.
В жопу насуем, в жопу насуем. Так сильно не помогло, что меня аж оглушило. Внизу. Снайпер. Да. Вот прям под нами. Весело. Я чё там подорвал, блядь? Ты прям в неё кинул. Чё нам наверх? И защиты генератора. О, опять! Угу. Так, Лёх, надо где-то сесть в одном месте, только вот откуда не пойду. Там надо. Внимание, внимание. Обнаружен новый противник. Понятно. Доша, иди сюда. Мигу. Блин! Куда? Кончай их. Кончай. Есть у него бурное желание. Один готов. Лёх, граната. Меня ёбнули. Вот, гранатами они, конечно, заебали. Если честно. Граната. Можешь сзади меня поднять. Я вот там лежу. Каким образом? Меня гасят, Лёш. Граната опять, блядь. А еще и снайпер там остался один. А, еще и босс. Офигенно. А у тебя гранаты нету, да? Есть. Ой-ой-ой-ой. Пап, я знаю. Подожди. О, наши прибежали, пехота, ё-моё. Быстрые. Я не сяду там, нельзя сесть. Ну, давай встаем и растаскиваем генератор, вот зафигачим. Да кто тут? Мне Виктор выпал. Какой вой? 182. Мне говно 182 броня красить. Что, давай выходим и это. Пойду кого-то на рулеточку, может. Опять фартанет. Давай выходим, куда нам? Сюда? Да? Да, я понял, спасибо. Фу. Ну вот мы сейчас на высоком идем, ну.